дарабалар доготтар, үте күнінен. Здравствуйте, друзья! Добрый день! Беги, төрөбіт тілбітін өреттені хэбіт. Мы продолжаем наши занятия на родном языке. Бүгін хаңарсығы ақпыт, ты кигіті гедере. Гедере. Скобель для обработки шкуры. Генде. Генде. Нож большого размера. Кыхэк. Кыхэк. Скребок для снятия мездры. Хонохон. Хонохон. Мелкозубчатый скребок с длинной ручкой. Бахак. Бахак. Нож. Алка. Алка. Молоток. Бюргес. Бюргес. Шило. Иги. Иги. Напильник. Долото. 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 Күрдек. Күрдек. Лопата. Хюге. Хюге. Топор. Устурук. Устурук. Рубанок. Эльби. Эльби. Пила. Кыпты. Кыпты. Ножницы. Аны оңырокпут предложениеларда. А сейчас составим предложение. Игилле кайдак хаңарарбытын. Слушайте, как произносим слова. Гэндэннэн кырпалыр таба тиритин. Гэндэннэн кырпалыр таба тиритин. Большим ножом стрижет шерсть со шкуры оленя. Хонгонунан хонгуяр тирини. Хонгонунан хонгуяр тирини. Мелкозубчатым скребком обрабатывает шкуру. Гедереннен гедерелир тирини. Гедереннен гедерелир тирини. Скобелем выделывает шкуру. Кыгыгынан кыгыктыр тирини. Кыгыгынан кыгыктыр тирини. Скребком снимает мездру с оленьей шкуры. Бүгін беги, хаңарыстыбыт, ты кигите, тоттар обеннелерин тустарынан. Сегодня мы поговорили об орудиях труда тундровиков. Урок пут бүтте, нячаскан доғоттар. Урок закончился. До свидания, друзья!